Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области организована доследственная проверка по размещенной в сети интернет-информации о нападении вечером 25 апреля 2020 года во дворе дома по улице Крупской на бригаду скорой помощи. 25 апреля 2020 года в вечернее время в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о противоправных действиях жителей города Рязани в отношении сотрудников станции скорой медицинской помощи города Рязани. Суть сообщения сводилась к тому, что данные граждане, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершают противоправные действия, а именно мешают проезду автомобилю скорой медицинской помощи. В ходе проверки следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям нападавших. Как установлено в ходе проверки, данные жители, жители города Рязани, находясь в состоянии алкогольного опьянения, между ними и сотрудниками скорой медицинской помощи возник конфликт, в ходе которого медицинским работникам и водителю автомобиля были причинены телесные повреждения, тяжесть которых в настоящее время устанавливается. Сообщение о нападении появилось в сети ВКонтакте 25 апреля. Цитата. «Сегодня в районе 22:30-23:00 на Крупской, дом 23, было совершено нападение на машину скорой помощи. Какая-то женщина с криками «убью» сначала ломилась в скорую, набросилась на врача, наряд полиции буйную успокоить не смог. Она расцарапала лицо одному сотруднику. Сначала пытались как-то мирно разойтись, но женщина жестила и ее повязали. Ужас какой-то, бедные врачи. Им и так сейчас не сладко, а еще вот такие люди попадаются».